Три возрастных категории, больше 130 участников. Спортсмены, что называется, от мала до велика. Впрочем, несмотря на юный возраст, за плечами у многих не один выигранный трофей. Тут многие участники финальных соревнований первенства России. Дело в том, что только что прошли первенство в федеральном округе. Вот многие оттуда приехали, тоже в Уфе играли. Там наши оренбургские ребята, Галочкин, там Витун тоже так же играли. Березин только что приехал, заняли они второе место на ПФО по 97-му году. Так что здесь состав очень сильный. Турнир Мальцева – отличная возможность для спортсменов заявить о себе. Ну а наставники внимательно следят за своими подопечными, корректируют тренировочный процесс. Постоянные участники отмечают – уровень состязаний растет с каждым годом, совершенствуются условия и организация. Условия-то хорошие, освещение хорошее. Так, все, на 5+. Организатором турнира на призы Мальцева в очередной раз выступило общество «Газпром Добыча Оренбург». На проведение соревнований газовиками выделено свыше 240 тысяч рублей. Сегодняшний турнир все-таки выявит каких-то определенных победителей. И эти победители, возможно, станут в конце, в дальнейшем продвигаться и также расти в теннисном спорте. Сегодня у нас в Оренбурге теннис является, культивируется очень широко, и мы думаем, что этот вид спорта мы постоянно будем поддерживать. Сильнейшими в старшей возрастной группе в итоге стали воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Газовик» Ильмир Кельметов и Руфина Мавлютова. Также золотые медали турнира достались теннисистам из Екатеринбурга и Орска. Юлия Гафарова, Виталий Сапожников, Илья Схаялин. Наше время.